Скорость, сила, умение пользоваться автоматом и химическим костюмом понадобится участникам конкурса «Призывник года». Конкурс относится скорее к студентам, но уже второй год подряд соревнуются школьники и представители военно-патриотических клубов. Мы выбираем самого лучшего призывника учреждений профессионального образования. И уже второй раз в этом конкурсе принимают участие школьники. Цель мероприятия – повысить общеспортивную подготовку ребят и подготовить к службе в вооруженных силах. Маленькие болельщики следили за каждым участником. В спортивных мероприятиях Александр участвует не в первый раз. Считает, такая подготовка пригодится в будущем. Планирует закончить техникум, а в армии начать военную карьеру. Любит спорт и считает, каждая тренировка дает уверенность и помогает дойти к цели. Я люблю просто очень сильно спорт и занимаюсь многими видами спорта. Какими? Пинбол, бокс, сейчас кикбоксингом. Но это, если честно, развивает очень хорошо. Это дает тебе какие-то где-то плюсы, стимулы. Ты к чему-то стремишься, у тебя всегда есть цель. Мечта Александра – попасть в ФСБ. Ему нравится защищать людей и бороться с преступностью. Мне нравится защищать людей. Я думаю, это хорошо, хорошая профессия, если ты готов пожертвовать жизнью ради людей. Творческие и интеллектуальные способности парни продемонстрируют во второй части конкурса 26 ноября в Центре культуры «Родина».